Индия, Узбекистан. Великий шелковый путь, проходивший через территорию двух стран, способствовал взаимообмену не только торгово-экономическими, но и культурными ценностями. Со стороны молодых людей Индии растет интерес и к получению образования в Узбекистане. Вакуар Ашраф приехал в Узбекистан из штата Бихар, что на востоке Индии. Ему 22 года. Он учится на 4-м курсе в Бухарском медицинском институте. В период пандемии занятия у них проходят в режиме онлайн, и большую часть свободного времени Вакуар проводит за учебниками. Когда возобновилось авиасообщение с Индией, студенты младших курсов вернулись на родину, а Вакуар и еще несколько его друзей решили остаться в Бухаре, потому что здесь они чувствуют себя как дома. Кроме занятий по плановому расписанию, Вакуар регулярно занимается самообразованием. В студенческом общежитии есть научная библиотека с учебными пособиями на трех языках, компьютерная техника с доступом в интернет. Сотрудники вуза поддерживают стремление студентов к обучению и всегда с большим удовольствием отвечают на их вопросы. Я стараюсь максимально использовать возможности дистанционного обучения. Слушаю онлайн-лекции, самостоятельно изучаю литературу, делаю конспекты. Очень большая научная библиотека находится в главном корпусе института. Ее книжный фонд составляет несколько тысяч. Есть учебные пособия недавнего выпуска, в которых много красочных, наглядных иллюстраций медицинского назначения. И что самое важное, информация в них представлены сразу на трех языках. У нас есть уникальная возможность, помимо русского и английского, изучать профессиональную терминологию на узбекском языке. Для меня это важно, потому что моя мечта – свободно говорить на языке узбекского народа. Мне нравится его звучание. Знаю, что 21 октября – День государственного языка в Узбекистане. В моей родной стране День государственного языка хинди отмечается тоже осенью, 14 сентября. В профессии врача знание языка стирает грани в общении с пациентами, с которыми Вакуар уже сталкивается на практике. Во время приема пациентов в лечебных учреждениях студентов учат проводить точную и своевременную диагностику, оказывать первую медицинскую и психологическую помощь. Вакуар с друзьями продолжает знакомиться с городом, узбекской культурой и традициями. Бухара, Чурали, Сахар, Мехман Дастлик, Учен Катта, Рахмат.